Ребята, всем привет! Мы находимся за Озерным. У нас вот за моей спиной вы можете видеть гараж, вот, который мы сейчас приступаем делать. Такое сразу отступление. Петличку я заказал, так что скоро звук станет лучше. Вот. И сейчас я вам пойду покажу, на каком этапе находится сейчас у нас все. Вот. Покажу, объясню. И плюс еще сегодня будет прокат кровельных картин на станке Schreiber RBM. Это станок для формирования радиусных картин. У нас здесь крыша радиусная, и радиус больше, чем у нас на доме. Вот. Поэтому картину надо предварительно прокатать в радиус. Это все вы увидите в этом выпуске. Так что поехали. Володь, а ну скажи, доска у нас калиброванная, да? Да, практически. Ну, вроде как строганная, но размер не попадает все равно. До 3 мм. Идеально. Говорят, идеальная. Ну, внешний вид, конечно, отличный. Как дома полы. Здесь будет вентилируемый конек. Сразу, наверное, вопрос, почему мембрана лежит не везде. То есть здесь лежит, здесь не лежит. Вот. Здесь потому что холодная зона. Вот здесь даже, если заметите, видите, снизу сделана обрешетка. Ну, вернее, это не обрешетка будет, а верхняя подшива, видимая. Там тоже уже сделана водосточная система. Тоже силовая планка поставлена. И вот сейчас ждем, пока плотники сделают. Ну, в принципе, они здесь уже сделали. Все уже сделали. Сейчас сюда будет ложиться мембрана. И монтируются картины. Вот ребята вон там уже на станке RBM прокатывают картины в радиус. Сейчас мы к ним подойдем, посмотрим, как это все делается. Вот. Здесь будет одна труба объединяющая. Здесь должно было быть две трубы. Вот. Но решили объединить все в одну. Так. Ну, в принципе, здесь уже так все понятно. Вентилируемый конек здесь будет посередине находиться. Тоже сделаем крышечку его радиусом. Вот. Сейчас Володя спросим. А потом еще и проверим, конечно же. Володь, да. Ты заклеивать будешь, да? Конечно. Эти все места надо заклеить хорошо. Специальной лентой. А ленты есть же, да, у нас Dutch Band? Или Flex Band? А Flex Band такая мягкая. У ребят. Есть, да? Ну вот лучше ей, наверное. Ребята сверху. А фен есть? Конечно. Отлично. Так, ну, картины изначально прокатываются на этом станке, в наборе. Вот они все уже нарезаны, картины в полосках. Вот. У нас получается на той стороне картины надо заужать. Поэтому сейчас вот Сергеич у нас этим занимается. Вот, потом прокатывается на боре, на санке. Далее сделаны стартовые картины. Вот, и вот на станке RBM подписано все. Делается сначала один фальц, катается малый, потом второй. Алексей, ну комментируй. Что ты комментируешь? Он вот сам по себе работает без комментариев. Что тут комментировать?
как выкатывается радиус. Вот уже на один скат накатано. И вот стартовая картина с малыми замками. Я руку себе покажу. Вот малый. И вот малый замок стартовой картины. Вот, и сейчас покажем, как обычная картина прокатывается. Так, регулируется ширина картины колесиком. Уперлась. Задвигаем. Задвигаем. Все. Радиус у нас уже, вот эти лапы настроены под нужный. И картина запускается. Пошел радиус. Два лимона 30 стоит станок, если что. Вас обманули. Ну, бери крайне, они подписаны. И каждая картина подписана, получается.